Во всех районах Твери завершается ремонтная кампания в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». В настоящее время на 10 из 16 объектов работы полностью закончены. Качество выполненного ремонта проверяют специальные комиссии. Тему продолжит наш корреспондент. На спортивном переулке, примыкающем к нему участке улично-дорожной сети, который является дублером проспекта Чайковского, уложено новое асфальтобетонное покрытие, установлены бортовые камни, ведется установка дорожных знаков, тактильных указателей. Ранее в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» для повышения эффективности управления транспортными потоками и безопасности дорожного движения на этом участке была смонтирована система «Умный перекресток». Производится комиссионный отбор проб из уложенного асфальтово-бетонного покрытия. На объекте выполнены работы по тротуару, выполняется работа по установке дорожных знаков, тактильных напольных указателей. Также в рамках национального проекта отремонтирован Садовый переулок и дублер Чайковского от дома номер 90 до примыкания с улицы Коминтерна. На проспекте Ленина завершены работы по укладке верхнего слоя асфальтобетонного покрытия. Здесь же проведен комиссионный отбор проб. На тротуарах продолжаются работы по устройству слоев основания из песка и щебня. Образцы направят в несколько независимых лабораторий, где специалисты произведут замеры толщины уплотнения и водонасыщения. Затем заказчику и контролирующим организациям будет передано заключение о соответствии характеристик уложенного покрытия установленным требованиям. В случае несоответствия все недостатки подрядчик устранит за свой счет. Выполняются работы по переулку Смоленский и Волоколамскому проспекту. Продолжаются работы по тротуару на этом объекте. На этом объекте выполнены работы по устройству верхнего слоя покрытия. Частично нанесена дорожная разметка. Ведутся работы по установке дорожных знаков. Также ведутся работы по устройству асфальтобетонного покрытия и ремонту тротуаров на проспекте Ленина от площади Комсомольской до Республиканской. В целом работы подходят к завершению. В числе уже отремонтированных объектов Комсомольский проспект, улица 2 Грибоедова, Садовая в поселке Сахарова. Завершены и приняты все работы по улице Маршала Конева на завершающем этапе ремонт тротуаров на улице Односторонняя. Напомним, в период с 2019 по 2024 год в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» планируется отремонтировать в столице Верхневолжья более 265 километров дорог.